получали государственные деньги за несуществующих детей. Такой факт вскрылся в одном из детских садов Айыртаусского района на севере страны. Хищение бюджетных средств выявила прокуратура при проверке дошкольной организации. Как стало известно, преступные действия сотрудники садика совершали на протяжении 3 лет с 2021 года по нынешний. В ходе проверки вскрылись и другие нарушения. По ним внесены акты прокурорского надзора. Подозреваемые, незаконно получавшие бюджетные средства, путем приписки мертвых душ понесут ответственность. Выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму более 50 миллионов тенге, по которым начато 2 досудебных расследования. По одному из них, приговором Айыртауского районного суда, виновное лицо дошкольной организации осуждено к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с возмещением ущерба в полном объеме. По уголовному делу в отношении работников отдела образования Айыртауского района досудебное расследование продолжается.